Всем приветики. В общем, купила себе крокодильчиков. Заказал на Алиэкспрессе крокодильчиков. Как вы думаете, каких? Живых? Нет, конечно. Конечно же, нет. Вот таких. Пришли они в таком вот пакетике. И там внутри лежат такие вот два крокодильчика. А для чего они реально на крокодильчика похожи, ведь правда? Такое вот типа. Там еще зубки такие видны вон. Внутри такие. Сверху и снизу. Да. И два такие вот крокодильчика. Для чего они нужны? А нужны они для тестера. Вот у меня есть тестер. И у него на концах. Оно даже черное и красное. Почему? Ну, чтобы одевать их на провода, как бы. То есть, вот красный. И там внутри, вот, кстати, я не показал. Такая вот, как бы, разъемчик. И он, по идее, должен подходить под... Ну, вот, если я... Ой, что-то я сегодня все роняю. Так, вот как это показать? Вот сюда он должен входить. И, ну, довольно-таки он что-то... С напрягом, но это даже так и должно быть. По идее, он должен полностью заходить туда. Но лучше, наверное, не надо, потому что что-то я потом не достал. Но это хорошо, что он так тяжело заходит. Было бы хуже, если бы оно заходило бы. Сейчас я достану другой тестер. Все, я достал другой тестер. Вот он. Было бы хуже, если бы оно заходило туда свободно. Ну да, туговато заходит. Но оно, по идее, для таких вот предназначено. То есть надеваешь вот так, а потом просто берешь и за какие-нибудь провода цепляешься. Это очень удобно. То есть ты можешь вот так вот взять и за два провода взяться вот так вот. Но одним вот так вот крокодильчиком взяться за провод. Так, здесь что, провода все намутилось, намешалось. Так. Вот. Одним крокодильчиком взяться за провод. И вот тоже вторым одеть его сюда так вот. Довольно-таки туго. Это очень даже хорошо, что так туго, потому что если бы болталось, плохое было бы соединение. А так вот я беру крокодильчиком с одной стороны, захватываю провод. А так, например, другой. Так тебе надо держать так вот пальцами. И там что-то так вот держать, допустим, как я обычно делаю. Одну прижму с одной стороны, другую с другой. А здесь что-то делаю. Это крокодильчиком. Прижал, зажал два провода и двумя руками делай. То есть вот я беру, зажимаю крокодильчиком. И можно проверить, например. Пищит. Значит, соединение есть. Между двумя вот этими вот. Штекерами. То есть таким образом мы проверили на то, что провод рабочий без пробоя. И это круто. То есть вот мы соединяем. И крокодильчики друг друга видят. То есть крутая штука. И таким образом можно благодаря крокодильчикам. Правда, оно так. Прям, мне кажется, слишком тугое вообще прям. Даже, по-моему, мне кажется, красное посвободнее, чем черное. Или просто красный худее, чем черный. Или просто оно уже раздавилось немножко. Ну-ка. А, да, все уже раздавилось немножко. Во, вот так, по идее, должно быть. Ты просто одеваешь до конца. И все. И у тебя уже не штекеры, а крокодильчики. По-моему, круто. И как раз таки красное продолжает. Оно даже не видно. Такое ощущение, что у тебя такие штекеры, типа. И оно круто. Красное продолжает продолжается красным. И черное продолжается красным. Оно даже цвет одинаковый. И только берешь такое. Крокодильчики вообще удобная вещь. Такая класс. Я долго искал такое-то, что мне надо, и нашел наконец. Вообще крутая штука, я очень доволен. Да, хорошая покупка, я прям
сам рад. И здесь то же самое, по идее, берем. Уже немножко расковыряли эти штуки, то оно... Хотя, если оно разболтается, как поджать тогда? Уже, наверное, никак. Но, по идее, оно не должно разболтаться, потому что пластмасска должна ограничивать. Вот он так выглядит. Получается, внутри такая железяка, которая, кстати, может, наверное, раздвигаться, но пластмасска будет как-то ограничивать. И дальше вон она идет. Ну, там, как обычно, вот эта пружинка, которая раздавливает его. Ну и вот, в принципе, такая вот штука. И мы надеваем сюда. Кстати, эти длиннее, чем вот эти, да, намного, то есть. Довольно-таки длиннее. Намного длиннее, то есть. Ну, это явно не для них, как бы, сделано. Тут, конечно же, не на полную надо, а просто так вот, потому что на полную это слишком... Если на полную, это вот так вот торчать будет. Хотя, в принципе, там если посмотреть, так свободно должно залазить, в принципе, если так толкнуть. Вон она уже, видно, вылезла. В принципе, ничего не мешает. Да, можно... В принципе, да, можно и полностью одевать. Все нормально. И здесь мы тоже можем проверить на прозвонку. Включаем. И берем провод. Одеваем на него вот эти вот крокодильчики. Работает. Все нормально, все работает. Вот. Такая вот штука. Такие вот. Да, оно снимается, конечно же, жестко. Вот так что, если все это убрать, то вот такие вот крокодильчики. Как-то так. На этом все. И они реально крутые. Я очень доволен, что их купил. Максимально удобная штука. Особенно для тех, кто работает с проводами. Вот. Как-то так. Все. Всем покедова.